Здравствуйте, я вас приветствую на своем канале Scorpion Games. Вот, в прошлой серии мы занимались тем, что поуничтожали все турели на всех базах. А теперь самое время зайти вовнутрь и поуничтожать то, что осталось внутри. Ничего нету на этой базе. Припасы мы заберем, вот, кроме этого. Так, кислородные баки, конечно, не все пустые. Входа в базу нет. Щедро прячется где-то под какой-то из этих колонн. Расходы уже этот боезапас этих ракет. Я уже все подумал, или выкинуть их. Но сейчас, походу, они мне пригодятся. Так, а вот и еда. Так, вот Дима ушел. На этой базе нет. И ракет практически не осталось. Интересно, он носит повреждение ракеты или нет? Кроме на структуре. Или это так для кого-то? Ну ладно. Так, кто у нас следующий по списку? Так, далеко сильно. Сюда еще дальше. Значит, вот эти две базы. Одну, по-моему, вот эту вот. Я уже какую-то из этих разнес. В предыдущей серии. Скорее всего, будут попадаться, потому что ядра остались целые, всех баз. Так что дроны они по-прежнему могут клепать. Но это ненадолго. Ладно, пускай гуляет.
Вход уже у нас есть. Давай, слетай. Подлагивает, нажимаешь на стрельбу, он не стреляет. Так, это что, куда? Вниз. Отлично. Даже уже не хочется смотреть на это барахло. Чего полезного тут нет? Сейчас спускаемся вниз. Пожарный хильнемся. Еще разок, думаю, не помешает. Так, а это что? Что-то разбилось? Ну, это не грех, чтобы не забрать. Винтовку уронил. Кто-то сверху туда выпал. Ну чего там, блин? Уже все заходите. Птичку взять. Восполнил запас кислорода. Ставим винтовку назад, хотя, наверное, лучше еще и можно даже подкрепиться заодно. Пожалуй, это можно взять, остальное все кредитные карточки, всякие там. Вот немножко патронов взят. Что в ящиках? Тут еще можно тоже магнезием пару патронов сделать. Так, это лифт. Да этот тоже. Я выслала запчасти. Мне уже довольно-таки хорошо его потрепали. Надо будет вернуться на базу. В смысле не на базу, а на этот вот, на крупный корабль. Нажимая. Так, а кто тут свет разнес? Неужели я?
Но, как я повторял в предыдущей серии, турели стали намного опаснее, чем раньше. Если раньше я на них особо внимания не обращал, скорострельность у них была слабенькая. Убойность тоже, то сейчас все изменилось. 3-4 турели, если попадете на перекрестный огонь. Так, это маленькие генераторы. Смысла нет. Да, поразносил тут все лампочки, темновато. Хорошо, что вода. Пожалуй, бинчик можно попробовать. Так, ну тут то же самое. Благодаря нашим планетам, друзья. Полно. Так, то что я вернулся. Куда пришел? Походу, что да. Так, где ж тогда ядро? Наверху. Или где-то здесь запрятано. Еще дверь. Так, сейчас посмотрим здесь, и там еще лифт есть. Тут или нет. Так, ну остается один лифт в коридоре. Который еще идет ниже. Отлично. Так, а еще не хватало мне завернуться тут. Перейдем на автомат. Так, походу он через стенку лопит. У нас-то такой хитрый. То и мы можем этим воспользоваться. Высунул свой нос. Не забываем перезаряжать оружие, потому что в любой момент оно вам понадобится. Еще откуда-то. Всего по чуть-чуть используем.
Мы все-таки патронами с автомата работать. По-моему, даже и перезаряжается быстрее. Крутился, крутился, сюда не посмотрел. Темно. Так, и что у тебя от барахла? И почему же ты не знаешь до сих пор? Как раз ровно обоим не хватает. Ты никак не ждал. Теперь больше не появишься. Кипик позже, есть такая. Просто на всякий случай засыпем коридор патронами. Где-то они бегают. А вот. Еще один должен быть где-то. Так, консервы. Еще лишними не были никогда. Вряд ли будут. Это нужно, конечно, и забрать. Таблетки эти оставим здесь. Редкие вещи. Не особо, но... Ядро еще есть. Наш конструктор, это мне не нужно. Это совсем не нужно. Почему фонариков нет на таком виде вооружения? Интересно, да, а, вот это ядро. Ладно, сейчас все уничтожу, будет совсем темно, слышишь? Бегает. Прям совсем без палева, вот один, вот второй. Так, второй. Просто вплотную насыпаем патроны. Так, снайперка. Снайперка золота. Вот эту вещь я возьму. Так, ну а за это надо будет вернуться. А, стоп, что же я? Трачу эти патроны, если у меня остались. Несчастные эти ракеты, которые надо убить.
нападение будет. Так, что у меня есть? А, у меня есть мультитул с фонариком. Так, и мы сейчас себе сделаем проход. Не буду я искать, там сюда выходить. Уже не вмещается, все с меня высыпается. Привет, турель. Пока, турель. Сейчас подождем корабль, который должен прилететь с десантом, типа. Где-то он наверх, может, было бы еще подняться. То я сразу пошел вниз. Ну, пока никого не видно. Странно, где должен попадать. Ну, все нормально. Это тоже в пределах досягаемости. А, скорее всего, не отрисовывается, что он умер. Тут есть такое. Если подойти чуть-чуть ближе. Да, вот он раз и умер. Странно, где же ваши хваленые дроны? Тут такое же самое. Ну, приближаешься к нему, раз и помирает. Что, так и не будет нападения? Ладно, тогда сходим, посмотрим, что там наверху. Так, кислород кончается. Есть. Давай прямо сюда и скинем. Странно, должны были прилететь, вроде как сообщение было. Так, все, железо мне вызвало. Походу передумали. Либо уже неоткуда лететь. Так, кому нужны двери, если можно так войти. И тут особо ничего-то и нет. Так, тут была когда-то лестница уничтоженная. Еще турели. И это все? Ну, это все. Ни оружейных ящиков, ничего. Кроме турелей. Возвращаемся к выслуху.
Не помню, оттуда нападал на ту базу я или нет. Сейчас узнаем заодно. Не один раз через тонированные стекла плохо видно. Нет? Или, по крайней мере, похоже растения. Хотя раз есть здесь нет кислорода, откуда меду взяться? И не посещал. Сейчас идем на огонек. А что, не видно вообще? Так, вот стекла. Нам поможет гранатомет. Странно. С одного выстрела. Значит, она уже мертвая. Туда облутаем все, что есть. Угу. Да-да-да, помню, я здесь был. Осталось всего лишь несколько залпов ракетницы. Нужно будет ее смело кидать. Там есть лучше ракетница Т-2 с самонаводящимися ракетами. Так, кто у нас следующий? Вот она. Как не лететь? Солнцу. И вот я прилетел к этой базе, даже на самом деле чуть ее не пролетел. Черное пятно прямо. А, выкопанное прямо в земле. Снятый верхний слой земли. Но я вижу, что почему-то ядро в ней уже отсутствует. Судя по тому, что генераторы не работают совсем. Смотрим, что у нас тут дальше. Вот еще есть далеко база. Увидимся там. Делаю паузу, чтобы не утомлять этим перелетом. Вроде тут и недалеко, но все равно, по-моему, это надо. Странно. Неужели здесь я уже был? Ну да, судя по тому, что вот тут дыра зияет. Ну, вот и все, пожалуй. Планета тоже вся очищена. Так, ну тут есть прометиум. То есть магнезия, ну и прометиум, да. Немного железа. Можно будет установить здесь пару дронов. Найти такое место, где присутствуют все три вида. Есть такое, чтобы далеко не летать.
Где ж Прометиум? Прометиум, Прометиум. Вот, есть. Прометиум. Магнезиум, еще бы железо рядом. А вот и железо. Ну, относительно рядом. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. До новых встреч.